Для ребят из детских лагерей «Премьера», «Янтарь», «Восход» и «Шахтерская слава» утро началось необычно. Зарядки от олимпийских чемпионов. Заряд бодрости и яркий пример для подражания продемонстрировали легенды советского и российского спорта, многократные олимпийские чемпионы. От звездных имен кружилась голова. Галина Горохова, Татьяна Казанкина, Нина Смолеева, Людмила Жигили, Любовь Мухачева. Мы всегда рады вас приветствовать на нашей гостеприимной земле. Мы очень рады, что именно к нам в Анапу вы приезжаете не первый год уже. И мы рады видеть вас здоровыми, улыбающимися. Хочется вам пожелать самых лучших в жизни слов, чтобы вы и дальше к нам приезжали. Они пополнили копилку золотых медалей страны. Им аплодировали олимпийские трибуны. Сегодня они стремятся подрастающее поколение направить по пути здорового образа жизни, спорта и стремления к победам. Находимся в лагерях, в детских, и проводим с ними различные спортивные мероприятия. Короче говоря, наша цель и задача – приобщить детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта, зажечь в них как бы олимпийский огонь в их сердцах, и чтобы эти дети росли здоровыми. И в то же время вот эти встречи с олимпийскими чемпионами здесь у нас, выдающиеся, мы приехали с выдающимися олимпийскими чемпионами, для того, чтобы это был для них своеобразный пример в их жизни. Ребята общались и фотографировались со спортивными звездами. Олимпийцы провели ряд спортивных состязаний по футболу, волейболу, веселые старты на специальные памятные призы. Эту встречу ребята не забудут. Это захватывающе — увидеть живую легенду. Ветераны спорта встретятся с ребятами из Всероссийского центра «Смена» и других детских оздоровительных учреждений нашего курорта и отправятся дальше по побережью. Им некогда сидеть на месте. Спорт – это жизнь.